я попадал в эти пары случайно. Но визави выносил спецом. Знаете, поносит абонента в это крайность. Сука, нас учили тупо бить в лицо. Так, чтобы у дяди поломалась его челюсть. Чтобы дядя больше не хотел пиздеть. Я показываю стиль, я не показываю перец. У тебя вопросы, мы решим это не здесь. Дядя на улице, это сука как будто цех. Что клепает на туре тех, у которых лишь сумма цель. Так просто, чтобы прожить, ты не выгубил слов, мы точим ножи. А сука, ты живешь? Нет, это режим. Есть слово проблема и слово решить. Окей, ты понял, мой друг, ты слышишь правду. Ты слышишь только правду. Ведь я говорю за себя по сути. Или говорю за братьев. На нашей улице праздник. Завистников это дразнит. Все берега здесь, братики. У меня, как обычно, глаз нет. Ты в этой паре случайно. У бедняга Тони Тон. За случайно бьют отчаянно. Помню с детства тот закон. Ты как сосед снизу, братик. Твой потолок у меня под ногами. Если батл это на кур, то таких как ты я зову ништяками. Но ничего личного, только батл. Мне бы получить за него зарплату. Чтобы доказать тебе, доказать тут все. Мой стиль это не просто вата. Ведь это все, что у меня есть. Все, что в голове. Музыка мое лекарство. Мой повод заболеть. Мама, я болен, да я псих. Музыка вирус мой, хочешь заразить? Я так доволен свободой, да я псих. Хочешь заразись, если хочешь заразись.